Naruto-Hokage.ru представляет Наруто. Ураганные хроники. Эпизод 500. Наруто против Саски. Здесь ты умрешь, Наруто! Сгори дотла! Я уничтожу тебя! И больше никто не сможет помешать моей революции! Этим, Сусана, я покончу с тобой! Сейчас все закончится! Нет, не закончится! Мы с Курамой остановим тебя! Мы защитим историю и все наши связи с союзниками, друзьями! И, конечно же! С тобой! Теперь я совсем один.
Что такое? Неужели ты сдался? И ты так легко разорвешь связывающие вас узы? Я же не прав. Прямо как у нас с Обито. Твою связь с Саски так просто не разорвать. Помни, ты не только восстановил связь между мной и Какаши. Мое сердце было заполнено ненавистью. И не только мое. Ты помог избавиться от ненависти многим. Враги. Люди, окруженные ненавистью. Люди, которые презирали чужие деревни. Люди, чья боль была глубоко внутри. Даже хвостатые звери. Ты даже смог решить проблему спасения мира. Остался всего один человек. Ты легко сможешь спасти упрямого друга. Я прав? Да, ты справишься. Помни, что тебя все поддерживают. Связи с твоими наставниками и ровесниками. Надежды твоих друзей. Если тебе не хватит силы, они дадут тебе свою. Потому что это та сила, которую ты создал. Твое сердце все еще бьется. Если он погряз во тьме, тогда вытащи его оттуда при помощи силы. А если не получится силой, то попытайся словами. Ведь чувства можно передать другим. Мы все верим в тебя, Наруто. Ты сделал невозможное возможным. Наруто, вот почему. Тебе нужна поддержка. Не стесняйся выглядеть неуклюжим, когда стараешься изо всех сил. Именно такого Наруто мы знаем. Ты сможешь, Наруто! Связи просто так не исчезают. Ты должен сжать кулаки и не сдаваться. Разожги огонь в своих глазах. Выпусти всю ярость. Давай, Саски ждет тебя. Вперед, Наруто! Все это ради тебя. Ради будущего. Ради всех твоих друзей. Вперед! Наруто. Еще не конец. Просто так ты от меня не отделаешься, Саски. Почему? Снова и снова. Снова и снова и снова! Почему ты продолжаешь делать это? Что с тобой такое? Кто ты такой? Твой друг. Я же сказал, что не оставлю тебя одного, помнишь? Ты продолжаешь говорить это? После всего, что случилось? Я уже говорил. Мне нет смысла возвращаться. И я уже говорил, что мне нет смысла сдаваться. Неважно, что ты будешь говорить. Я никогда не откажусь от своих слов. Я всегда буду заботиться о тебе.
До самого конца, пока ты не сдашься. И моя воля не изменится. Я уничтожу тебя, дабы закончить тот путь, который я выбрал давным-давно. Я не позволю тебе, дабы следовать тому пути, который выбрал я. У нас осталось совсем мало чакры. Да, это и есть истинный конец. Я отметили тебя здесь, как и всегда. Хрена с два, ведь я не сидел сложа руки все это время. Гигантский Розинган. Если бы только тебя не было здесь, если бы только ты не появился на свет, я... Как видишь, все получилось наоборот. Я с самого начала был с тобой. Я же упрям, как осел, помнишь? Я не сдамся, пока ты этого не сделаешь. Ты... Наруто! Саски! Давай! Покончим с этим! Этой битвой! Thank you.
И всеми сразу! Саске! Наруто! О, ты все же пришел в себя. Так и есть. Если хоть немного двинешься, то раны откроются. Почему ты так озабочен тем, что всегда встаешь у меня на пути? Я ушел во тьму и получил силу, способную уничтожить все на своем пути. Кто бы это ни был, я пытался разорвать связи со всеми, кто меня окружал. Но ты никогда не думал разорвать узы со мной. Почему ты так заботишься обо мне? Сколько ж тебе повторять? Так и не понял? Отвечай на вопрос! Потому что ты мой друг. Тогда что именно для тебя значит друг? Иногда нельзя что-то описать словами. Просто когда ты говоришь, что хочешь взвалить все на свои плечи. Мне по-настоящему больно. Настолько больно, что я просто не могу бросить тебя одного. Наруто. Я знаю, что ты всегда был одинок. Как и я. Тебя все избегали в деревне. Но в отличие от меня, ты совершал много глупостей, чтобы тебя заметили. Когда я встретил тебя впервые, я счел тебя ни на что негодным болваном, слабаком. Однако... В глубине души я тоже наблюдал за тобой. Как назло, мы оказались в одной команде. Во время наших миссий, постоянно слушая твое «хочу стать Хокаге», я чувствовал, как мы оба становимся сильнее. Я осознал, как сильно хочу сразиться с тобой. Затем... Я начал считать команду номер 7 подобием моей семьи. Поэтому, когда я видел, как ты страдаешь... Да, верно, как и тебе. Мне становилось больно. Осознав твою боль, я впервые подумал о тебе, как о друге. Но с другой стороны, когда ты внезапно превзошел меня в силе, я вновь оставил тебя в одиночестве. Ты обладал силой, которой мне так не хватало. Ты всегда был впереди меня, как когда-то мой старший брат. И сегодняшний день не исключение.
так и не могу двинуться. А так хотелось настучать тебе по башке, чтобы вбить туда хоть каплю мозгов. Чего смешного? Ты все еще хочешь драться? Да хоть сейчас, я надеру тебе задницу столько, сколько... Ладно, я согласен. Я проиграл. Ну ты тупой засранец! Это тебе не битва, в которой можно выиграть или проиграть. Это всего лишь дружеские разборки. Я же сказал, что вобью в твою голову чуток мозгов, чтобы ты в себя пришел. Эй, Наруто. Я соглашусь с тобой. Если я умру тут, то и вечное противостояние, о котором говорил мудрец шести путей, тоже закончится. Тоже революция, в некотором смысле. После смерти завершится бесконечная Цукиёми, а мой левый глаз можешь отдать Какаши. Вместо того, чтобы размышлять о похоронах, подумал бы о том, как выжить и трудиться вместе. Я хочу объединить всех шиноби на свете. Включая и тебя, Ясень-пень. Я изменил свое мнение о тебе, но не о других. Опять 25, да чтоб ты сдох! Придется вновь выбить из тебя все дерьмо! А если мы снова станем врагами? Ты больше не будешь моим врагом! Как ты можешь быть уверен в этом? Не смей, чтобы я заново повторил! Что же ты такое? Ты мой друг! Почему ты так заботишься обо мне? Потому что ты мой друг! Почему ты так заботишься обо мне? Сколько ж тебе повторять? Так и не понял? Отвечай на вопрос! Вот блин, так и не догоняешь? Да, как все запущено. Бьешь все рекорды по тупости. Замолкни уже, неудачник. Так и знал, что они будут здесь. Какаш-сенсей. Да, иди к ним. Я не собираюсь проигрывать тебе. Говори, что хочешь, чертов неудачник. Хватит, Наруто, замолкни уже. Ну что, наконец-то он вернулся. Конец.